место. А сколько? И год. Что? Год и. Иди. Год и два. Эй, да. И год и два, и поэтому она, в принципе, как бы это. Она ко всем укрытая, скачет. Я говорю, уж кто-нибудь же тебя говорит, понятно, что ты это. Ну, с какого места? Да, и тебя давай. А то всем, ко всем. Любовь великая. Нам пакетики тоже дальше, да? Сняшки. Да, да. Сняшки таскаю с собой. Сейчас. Что? Играй. Надо на меня прыгать. Норма, играй. Иди, вот смотри, какие пришли. Все. Сюда. Иди, мушки, дай потрогать твою плюшу. Эй, не приставай. У нас там еще что самое интересное. Она росла сначала с кошкой. Она время с кошкой на лакомство. Никакой больше сухой не есть. А вот эта вот кошка, да. Ну, там на самом деле добавляют всякие вкусные эти ароматизаторы, поэтому они так любят. Ай! Нора! Сейчас будет тебе тремес. Я не знаю. Нет, все, тебе нельзя. Нет. Нор, ну. Нет. А мы вот родину продадим. А нам главное лишь бы что-нибудь дали. Зайка. Они иногда кусают, да? Да. Иногда кусают. Не поняла. Иногда кусают. Не кусают. Остановись. Вот он, очень красивый. Это какой раз? Добрые собаки. Это какой раз? Это шпиц. Померанский не укусит. Не укусит, не бойтесь. Дай пять. Молодец. Мы тоже можем сидеть, лапу давать. Ну, да, и просто я делаю, чтобы она успокоилась, когда она вот много животных начинает суетиться. И есть люди. А, не все они... друг с другом хотят общаться, да. Но ты. Ты чё потерялась у меня, Нор? Может, тебя обидел, кто когда в детстве тоже хочет? Нет, у нас просто в подъезде живет Бигль, ну, уже в возрасте, они готовы друг к другу. А как зовут? Лиза. Может, знаете, она тут без поводка постоянно гуляет. Она вообще терпеть не может маленькую собаку, а мы прям... Хотя удивительно для Бигли, чтобы они так это... Хотя она нас тоже любит больше больших, чем мелких. Мелких игнорирует, я так скажу, больше даже. Нет, а у нас вот в подъезде даже сталкивается. Нора! Все, тихо. Сидеть. Лежать. Мы вообще ничего не умеем, кроме сидеть. Мы начинаем обижаться, сидеть. Когда начинают. Лапу лежать. Давай. На. А теперь лежать. Да, молодец. Я их ломал. Я когда меня работал, встал. Нор, все. Кольцо. Нор, ну не стыдно. Да. Молодец. Она этот кошачий. Лапка? Лапка. Да. Упала ей для собак небес. Молодец. Она кстати. Тоже ничего не ест. У нас нет. Вы даете, ой, значит, надо. Все. Давишься, что ли? Да. Давай еще. Хоп. Сидеть. Еще раз. Хоп. Лежать. Лежать. Это класс. Посмотри, какие умные собаки. Молодец. Хватит. 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 Не Игорь, кстати, обучить проще всего на свете, на самом деле. Они очень сообразительные в плане этих, да? Ну да, плюху сзади. А вот в плане того, что вот не сожрали ничего, это самое сложное. Да? Не, у нас она не собирает. Мы тоже вот гуляли с таксами. Тоже, да? Это. В нашем доме. Да. Все за ними. О, куда побежала. Да. Ну, поэтому я с намордом ухожу, просто потому что ну, там сейчас лежат это макароны с сосисками. Откуда я знаю, там кто-то выкинул свою еду, или кто-то, может, отраву, да, какой-то подложил. А это, во-первых, никуда не убегает, ни с пола не поднимает. Это чего? Что? Молодец.
Что? Пошли, пошли, пошли. Будешь пить? Блин. Давай но... сделаем смей. Смей, учи. Вот, смей, тихо. Давай сделаем. Сядь. Сядь. Пить будешь, давай. 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 Сядь. Змейка. 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 Да? Как раз есть собаки другие, чтобы она не одну, она не подвлекалась, типа. Ну, учи. А я больше ничему ее не учу. Собака не охотничья, собака не служебная. Нет, думаю... а знаете, для чего учишь? Учишь же для развития мозга у собаки, на самом деле. Мы вот с ней играем, например, в крестики-нолики. Знаете, как смешно это? Рисуешь на листочке крестики-нолики. Сюда. Сюда. Идем, идем. Куда ушла? Крестики, ну и так как? Ну то есть ты корнету кладешь в каждое поле, говоришь, можно. Она, например, такая, типа, берет одну, она очень концентрируется, не хватает все подряд. Например, она берет одну, я ей отдаю, говорю, крестик ее. Сама беру нолик, ну, рисую. Я опять говорю, ну, можно одну, то есть самое главное, чтобы она концентрировалась, не хватало, то есть чтобы выдержка своеобразная. Ну и заодно нам весело так сесть. Ну, команду ждать, выполнять.